вот, в начале этой серии, ну, Сибирь очень плохо смотрелись в большинстве. Вот если первую встречу вспомнить, то две шайбы сумели забросить имея лишнего на площадке хозяева. Четыре попытки на это потребовалось, то есть 50% реализации лишнего продемонстрировали. Во второй игре также сумели однажды реализовать большинство, но вот в последующих матчах как-то вот с этим делом не все ладно было у Сибири. Ну и вот и сегодня, да, все три шайбы забросили при игре в равном состав. Хотя, опять же, немало возможностей они имели на игре в большинстве. Но продолжают гости жестко прессинговать новосибирцев. Вот досталось на...